Почему существует воздушная оболочка Земли? Как и все тела, молекулы газа, входящие в состав воздушной оболочки Земли, притягиваются к Земле. Но почему же тогда все они не падают на поверхность Земли? Каким образом сохраняется воздушная оболочка Земли и ее атмосфера? Чтобы понять это, надо учесть, что молекулы газов, составляющих атмосферу, находятся в непрерывном и беспорядочном движении. Но тогда возникает другой вопрос. Почему эти молекулы не улетают в мировое пространство? Для того, чтобы совсем покинуть Землю, молекула, как и космический корабль или ракета, должна иметь очень большую скорость, не меньше 11,2 км в секунду. Это так называемая вторая космическая скорость. Скорость большинства молекул воздушной оболочки Земли значительно меньше этой космической скорости, поэтому большинство их и привязано к Земле силой тяжести. Лишь ничтожно малое число молекул улетает в космическое пространство, покидает Землю. Беспорядочное движение молекул и действие на них силы тяжести приводит в результате к тому, что молекулы газов парят в пространстве около Земли, образуя воздушную оболочку или атмосферу. Измерения показывают, что плотность воздуха быстро уменьшается с высотой. Так, на высоте 5,5 км над Землей плотность воздуха в два раза меньше его плотности у поверхности Земли. На высоте 11 км в 4 раза меньше и так далее. Чем выше, тем воздух разреженнее. И, наконец, в самых верхних слоях сотни тысяч километров над Землей атмосфера постепенно переходит в безвоздушное пространство. Четкой границы воздушная оболочка окружающая Землю не имеет. Строго говоря, вследствие действия силы тяжести плотность газа в любом закрытом сосуде не одинакова по всему объему сосуда. Внизу сосуда плотность газа больше, чем в верхних его частях, поэтому и давление в сосуде не одинаково. На дне сосуда оно больше, чем вверху. Однако это различие в плотности давления газа, содержащегося в сосуде, столь мало, что его можно во многих случаях совсем не учитывать. Но для атмосферы, простирающейся на несколько тысяч километров, различие это существенно. Давление и плотность атмосферы у поверхности Земли значительно больше, чем на некоторой высоте.